сегодня в городе Иркутске и прилегающих районах наблюдается выпадение снега. В этой связи дорожная служба Иркутской области в рамках работ по содержанию с 4 часов утра провела патрульную снегоочистку. Как мы видим, на автомобильных дорогах подхода к городу Иркутску, а это Большое Голоустое, Иркутск-Листвянка, Иркутск-Саус-Тюда, Иркутск-Устердынск-Жигалово и Иркутск-Смолечина-Веденщина непосредственно в направлении города Шелихова проведена и обеспечена зимняя уборка. Дороги обработаны песчано-соляной смесью для того, чтобы зимняя скользкость не образовывалась. Сегодня задействовано более 50 единиц техники непосредственно на участке, где я нахожусь сейчас, Большое Голоустное. Задействовано 5 единиц техники, это комбинированные дорожные машины, тракторы и грейдеры. В рамках поручения губернатора работа по содержанию дорог в период выпадения снега обеспечивается в оперативном режиме.